На календаре 10 июля. 10 июля 1895 года в Самаре торжественно открылась конно-железная дорога. Первая линия конки соединила Старый Собор, район Хлебной площади, с Малаканскими садами. Сегодня это пересечение улицы Первомайской и проспекта Ленина. Ее протяженность была 6,5 километров. Маршрут пролегал по нынешним улицам Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышевской, Самарской и Садовой. Поездка туда и обратно занимала около 40 минут. Движение начиналось в 8 часов утра зимой и в 7 часов летом, а завершалось в 22 часа. 10 июля 1942 года на авиационные заводы Куйбышева, так тогда называлась Самара, направлено почти 5,5 тысяч учащихся ремесленных училищ, эвакуированных из Ленинграда, и 5216 взрослых ленинградских рабочих. Все ремесленники были обеспечены работой, общежитиями и питанием в заводских столовых. Ежегодно 10 июля отмечают один из дней воинской славы России – День Победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавской битве 1709 года. В народном календаре сегодня Самсон синогной. Наши предки считали, что дождь на Самсона предвещал еще 7 недель мокрой погоды. Зато ясная погода гарантировала 7 недель безоблачного неба. Это были лишь некоторые события, случившиеся в 10-й день июля. Хорошего вам дня и прекрасного настроения!